Ученым удалось расшифровать первую вологодскую берестяную грамоту. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции археологи. Напомним, документ был обнаружен при раскопках на улице Ударников. О чем написали наши предки 8 веков назад, расскажем прямо сейчас. Как комментирует академик Залезняк, он разъясняет, что грамота не имеет адресной формулы, текст вы ее видите. Но, возможно, автор ее, Яков, который без обращения к адресату, сразу пишет о деле. Начиная со второй части, второй строки, текст переводится однозначно. «Самоилу рубль, а мне не рубля. Не возмещение за расходы убытки». Грамота конца XII – начала XIII века относится к деловой переписке. В ней обсуждали денежный вопрос. В прошлых веках вологжане активно вели торговлю с северными районами страны. Сейчас артефакт находится в Вологодском музее-заповеднике. В ближайшее время документ пополнит одну из выставок учреждения. А пока его изучением занимаются не только местные, но и столичные ученые. Добавим, что за счет уникальной находки Вологда вошла в число 10 городов, в которых хранятся древние берестяные грамоты. Алена Закатаева, Наталья Щепкова, Евгений Тюнев, Вологда Портал.